А что, было такое, что на тебя напуливали, когда ты в ретрике? Да, на... На принцах здесь, на совете, он на него напуливал. Понятно. Прям сразу с була такие напулы. Кто это сейчас в ворота стукнулся, его не пустило, он побежал обратно. Меня на свете напулили вот сегодня, так. Когда я был уже... Куда мы бежим? А, вот они ворота. Здравствуйте. Тебе надо было посмотреть, кто напулил в раз. Ну, аддон Big Browser вроде как называется. У меня показывает. Чего там с напулами? Говорит, слакаешь с напулами, ГП тебе надо дать. Линкани мне. Надо. Там видно, если посмотреть, что у тебя есть видео. Кого запустить? Микадзе, ему нужна башка. Хорошо. Вон вместо меня. Нет, Вага, дай помощника, промоушен. Слав, на одну минуту можно вас скачать? Да, конечно. Спасибо. Что вы весь ж не можете собрать? Под... Нет, да не торопи танков. Сейчас посмотрим, кто по ДПСу и потому, кто никто ничего не заберет, типа. Чтобы мы не свичнули там топового какого-то челика. Вон кто там. Я говорю, я сразу не топовый, но уже меня свищут. Ты топовый. Этот, ну чипсы. Че, чипсы давай. И на Миканзе в рейд. Конечно, РБДшники нужны, что у нас получается. 4 совы, 2 совы, 3 совы. 4 лока, 4 лема. 2 хорта, 3 роги. Че, фисяу надо? Смотрите сразу, кто по приору выше на Т5 на школу. Вот кто голова Навара берет, кто? Плюс в рейд. Мейн спик. Так, фрилут поставьте. Вульф хилил этого босса? Да. У нас же этот Йотун. А, я буду в сове, наверное. Йотун, будешь в танке. Будешь танчить высоких. А, этого хуя, которого, блядь, льдом держат? Как бы, стражника? Оковы кидать, кидал уже вроде. Да. Видите еще? Не, я оковы-то могу и в ДД покидать. Не, надо, чтобы ты в танке был. Моба из трусов приведите. Просто РДД получше будет, чем Фулик. Все, зачистили, да? Давайте. Распределяемся. На присутствие. Так, по хилам. Вульфсор, ты постоишь, похилишь в черепе, шторы, крестик, долог, квадрат, просто отец, луна, так, Полина подойдет, она в трусах похилит. Луцин, я так понимаю, на трэше, да? Так, да, Луцин на гвардейцах, Йотун на высоких. Хорошо, так, мгновенная РДД. Мгновенная череп, медведоёж, крест, Энджи,
квадрат, пока тут луна, Даркес, трусы, Чехов, череп, Искандер, крест, Эдвенс, квадрат, по миликам, Ютен, луна, кровавый взор, трусы, Проня, череп, Элрей, крест, Вага, квадрат, Норси, луна, Вадим, паладин, трусы, Враска, череп, я в кресту. Кого не назвал? Вот, не отвлекли, мгновенная сейчас хила, да? Извини, еще раз. Так, а нужен тут шестой хил, нет? Нет. Нет, а может правда, нет. Я просто отвлекся. Там кто по локам ответственно? Все рабочие. Такой момент, если выходит зеленый у нас, называете войсом, с какой метки он идет. То есть, допустим, вышел зеленый элементаль в черепе, я кричу, то, что зеленый в черепе, максимально быстро его убиваем, и у вас в сумке, нужно будет открывать сумку, будет стоять фрилут. То есть вы подбираете эту хрень и перебрасываете локом. Наши локи — это Даркис и Чехов. Даркис, Чехов, вот еще Адвенс, могут поставить свои порталы возле вот вокруг Вайши 4 голубеньких генератора. Они будут идти в босса, нужно будет их деактивировать. Соответственно, нужно получать магму с зеленых элементалей. Вы ее получаете, когда вы ее получаете, вы не можете двигаться. Вообще не можете двигаться. И, соответственно, вам нужно выбрать левой кнопкой мыши какого-нибудь человека и заюзать вот эту порченную магму. Тем самым вы ее передадите. Просто как баскетбольный мячик перекидываете ее локу, и все. Дальше по приоритету будут выходить странники. РДД заливают странников, свободные РДД. Приоритетом. Дальше гвардейцы. Когда у нас активируется босс, точно так же. Сначала странника, потом гвардейцев всех убиваем, потом начинаем бить босса. После того, как у нас начнется третья фаза, все РДД встают в кучу с хилами. Периодически заливая вылетающих скатов. У нас что, настолько много времени? Встали по меткам? Вставайте по меткам, чтобы посмотрели. Полина, ты пришла? Давно уже, я в трусах. А где какой-то друид слакает, на котором 10 минут каска? Это где такое? На мне 30. Не знаю я в какой. Это пока тут он на замене, да? Почему? Ну у него 10 минут каска, не знаю где он, блядь. Что за него не достает. Так, Чехов, поставь, пожалуйста, шифонер. Чехов. Тыкните на шифонер. На локах метки стоят, чтобы вы видели их визуально глазами. На них надо будет тыкать и порченую магму перекидывать. Макрос на магму скинул в дискорд флудилка. Простым. А Микадзе сон пришел? Хорошо. Занимаешь любую метку. Делай чек на готовность. Кто в себе не уверен, пьются прут. А босс тоже я танчу или нет? Луцинь начнет. А в Луцине больше Т5, а он сначала наберет там агро, потом разберетесь. На последний он тебе скажет, куда там. Все готовы? Давайте отчет. РДД, ваш приоритет после зеленого. Гвардейцы и высокие. Высокие первее, чем гвардейцы. Гвардейцы всегда, когда они есть. Вот этот статический заряд нужно выносить от людей. Иначе он ауешит соседние цели.
Как время дебафа заканчивается, можете обратно вернуться на прежнее место. Главное, людей не пошутить. Вот, мгновенное. СС давали кому-то? Нет. Уже мгновенная вышла. Переводите босса 4%. И приготовились все по меткам разбежаться по своим, которые называл. Ушли на свои метки. Быстро. Хилы, хильте. Сливайте элементалей, как будет выходить. Трэш по приоритету называл, долбите. Зеленый вышел, вой сказали. Локи порталы не вижу возле генераторов. Поставьте, пожалуйста. Гвардеец, 5 секунд, Луцинь, приготовься ловить. Русы зеленые. Свечнулись. Передали свободному Локу. Метки на локах стоят. Звездочка, это, ромбик и кружочек. Странник сейчас будет выйти. Будет выходить. РДД свободные, переключайтесь. Вон он большой, вышел, РДД. Близко не подходим, он фиряет. Фиры не ловим. Не даем элементалям доходить до босса. Зергайте высокого, в серге. Гвардеец еще один вышел сейчас. Луцинь, приготовься ловить. РДД быстрее, странника заливайте, переключайтесь, гвардейцы. Зеленые трусы. Слили быстро трусы. Жетон упал. У меня выебал. А нахуй ты под ним бегаешь, блядь. Проебался. Твоя задача... Стопните флот! Передавай, Вага. Локов нету. Подойдите к нему быстрее. Фредрик, дальше перекидывай. Лок тебе отдаю. Даркису. Сейчас странник выйдет. РДД по страннику играйте. Гвардеец, лови луцы. Трусы. Зеленый. Быстро трусы слили, передали. У нас осталось два генератора. РДД активнее странника. Последнее осталось. Луцин приготовился ловить еще одного гвардейца. Гвардеец гуляет по рейду. Подведите к Луциню. Подведите его к Луциню. Зеленый, луна. Второй странник вышел. Луна зеленый. Как-то на ком он мне беги в мою сторону. Сейчас шотнет нахуй.
Успокойся, мы подбиваем Варгит. Даркис, быстрее. Вон кружочек стоит возле... Нет. Ты пиздец. Проебали, да? Сейчас еще один гвардеец выйдет. Лови, лови, лови. Там маты в боссу доходят. Сливайте ад. Между луной и трусами. Быстрее. Блять, на мне авторизация, спихнёшь. РДД, раздуплитесь, пожалуйста, убейте странник. Я не могу с места сдвинуться. Потому что на тебе есть эта хуйня, магма, блять, в сумке. Вы сейчас просто в трэше захлебнемся, если вы не начнете его сливать. Надо бы йотуна поднять. Ложитесь, не надо ее. Ничего поднимать, хватит. Почему РДД очень долго сливают странника? Там уже второй появляется. Все, стопайте дамаг. Сейчас РДД очень долго сливают гвардей. Открывайте скаду, линкуйте дамаг. Дорогие мои, если вы так долго будете убивать, мы тупо захлебнемся в трэш. Серьезно, вот как сейчас. У нас вышло по итогу 3 гвардейца. Там один практически был дохлый. У нас гуляло 2 странника, причем 2 раза они сгуляли по 2 странника. Кирс тут? Он всех ходит и феряет. А то, что вы двигаться не можете, Ютон, это то, что у тебя в магма, и ты долбишься в шары и не можешь передать эту хрень свободному локу или любому другому человеку, ребята, который рядом с тобой находится. Ресайтесь пока что или линкайте скаду по странникам. Вадим, на замену. Кирс вместо него. Чипсы в Диси. 10? Почему? Зачем тебе 10? Надо босса бить. Не, в танка в магму кидать — это козырный ход, мне кажется. Че у тебя такое? Важное что-то или что? Можно 100 ЕП дать этому сударю. Охоту делаешь? Че? Заходи там. Морали. Чипсы тут? Чипсы еще нормально дамажит в леме? 10к даст хотя бы? Давай, заходи, Кирс. Спасибо. Ну, у него на гидросе 10 тысяч, он на 16 месте. А лучше надо, не две даёшь. Надо милика какого-то свищнуть. Ну, хуй знает, не даёшь какого-то милика. Вот Искандер, Кирс. Смотри, вы рассматриваете наличников замены, но тем не менее, эти же РДДшники просто берут и бьют адов, которые идут к боссу. Чё думаешь, Искандера ебанём? Это, хочу чипсы. Ну, с Фанте, типа, это... Не получится голову забрать там, вроде как. Кто-то выше забил. Есть, да? Ну и всё тогда. Нет вопросов. Чипсы, ты тут? Чека. Ставьте шкаф, ага, сумоньте пока Кирса. Чипсы сумоньте. Он не в сети пока что. Кирс, заходи на дрон. А что там со скадой? У кого-то есть или мне смотреть каждого точечно? Да, светлее линкану. Так, Даркис. 800 тысяч, энги 2 ляма. А скинь еще по вот этим типам, которые ходят. Блять, кажется, я с черепа один бил. Сколько у япончика дамага по высоким, что-то не вижу. Проня, странник 500. А я даже 500. Не дотягивался. А надо дотягиваться, начинать. Ай, да. Слушай, я стою в черепе, они стоят в луне и там гуляют. Я приором бью элементалей. В середине и... мы подбегаем в середину, в кружок, ближе к серединному кружку. И начинаем бить странников. Если так на них хер ложить, понятно, что он там на другой стороне. А мне что, типа... Посмотри, сколько у меня урона по гвардейцам. Посмотри, сколько по у меня... обычным элементалям урона. Пока тут. По страннику 300 тысяч. Пока тут ты тут, смотрю у меня по страннику лям. Медведоёж. Покажите по обычным мобам, пожалуйста. Ладно, медведоёж
600 тысяч. По обычным мелике бьют. Не, покажите урон, есть такое? Короче, блять, я не знаю. Еще раз давайте, может быть, по-русски объясню. Может, я по-китайски до этого говорил. Странник, приоритет всех РДД. Зеленый убит. Сразу централизуете своего перса в любой метке, в какой вы стоите. Да пизды вообще. Хоть на противоположный появился этот странник, вы своего персонажа переводите к вайше ближе, где она стоит, к центру. И начинаете хуярить оттуда в странника. Абсолютно все РДД. Если вы этого делать не будете, блядь, это хуета какая-то. РДД только бьют, если уже, блядь, почти к боссу подошел, тогда только помогает. Да. Ну, что касается этот, синих. Этот момент запомните просто. И все, будет изи у вас. В Йотена не кидай, в танков не надо это говно кидать. И танки, сделайте себе макрос. Если уж это говно кинули, порченую магму, чтобы вы ее перекинуть могли. Сереж, я не кидал на танков. Я просто охренел, я же, блядь, это, как он называется, ни разу в меня эту хуйню не кидает. Мгновенно на танков никогда не кидает. Я тактику имею. Сереж, поставь, пожалуйста, почту. Спасибо. Кирсу чипсом, скажите, если там ли они сами выберут. Пускай занимает любую свободную метку. Адванс по Йотуну, Чехов по шторам. Даркис, придержи СС. На бафу. Дайте добежать, то хоть там нет. Ребят, просьба такая. На кого этот странник ебучий идет, когда он под текстами? Бегите, пожалуйста, в сторону танка. Потому что он когда под текстами, но там не работает, я же вам поуже пробежал. Не парься, жди его просто, когда выйдет из текстов и все. Ну, вот сейчас, короче, блядь, тут все равно, блядь, ползамеса. Все, хватит. Поэтому не... Принимайте готовность, кровавый враск. Что? Принимай. Все здесь, все готовы. По отчету пуляем. Не надо напуливать на меня, бля. Если я на тебя не напулю, я с тебя сорву. Три процента, переводите босса, приготовьтесь по своим меткам разбежаться. Локи порталы поставили, разбежались по своим меткам.
Сейчас где-то зеленый должен выйти. Луцин приготовился ловить гвардей. Череп зеленый, помогайте. Тут Чехов подошел. Чехову кидайте странник РДД. Не забывайте про элементалии. Главное, чтобы они не подошли к боссу. Зеленый нет. Гвардеец сейчас выйдет, Луцин, лови. Свободные РДД играют по гвардейцу. Зеленый сейчас. Крест. Помогаем. Ахилдей, выступите, пожалуйста. Сейчас. Захиньте Мрея. Живой, все в порядке. Странник 5 секунд, скоро выйдет. Вышел. РДД играйте. Луцин, гвардеец. Зеленый череп, быстрее, на тапках, бежим. Япончик, череп. Подойдите, Локи свободно. Исчез. Ну, Вульфсер. Хилл, передай, пожалуйста, Локу. Вульфсер, паладин. Какой Лок? Да любому, вон Чехову, Даркесу, любому другому человеку передай. Люди разберутся. Ну быстрее. Роня тебе отдал. Роня, отдай кому-нибудь. Гвардеец. Поймай. Почему гвардеец заявляет рейд? Поднимите меня. Череп опять зеленый. Сразу зеленого пошли. Один раз гвардейцы не проанонсил, уже пошел убил. А мне ДБМ их не показывает. Исчез. Быстрее, больно, парень. РДД по гвардейцу играйте. Ребаф по присту дайте. Каску МП5. Еще один гвардейец сейчас выйдет. Лови. Луна. По хилам, если надо, раздавайте иннеры. Поверьте, друид. Миллионы луна. РДД странник. Просто отец, передай магму. Сейчас еще один гвардеец выйдет. Поебали магму, да? Не, закрыли. Че, гвардеец? Высокого, ебаш. В черепе, блядь. Что, я только один с голосом? В черепе, блядь, зеленый. Последнего убейте, сейчас активируете босс. Элементаль сейчас дойдет до Вайш. Что, подойдет кто-нибудь, не? Да, кидай. Че, никого нет, что ли? Кинул? Да, вот уже по трем человекам пролетел. Гвардеец скоро выйдет, и странник уже вышел. Да, слева. Сюда, дальше.
Даркис, тебе дал. Блять, я у генератора стою. Босс активен, забирайте босса. Танк босса. Босс активен. Быстрее. Танки. РДД, приоритетом сначала убиваем странника высокого, потом гвардейца, потом уже бьем вайш. Сначала скатов РДД бьем. Сверху. Аккуратней, милики. Энджи, подними Элрея. Быстрее по гвардейцу. Все, РДД, встали в центр комнаты. Уводите вайш подальше. РДД, играйте по скатам, они сверху летают. Убивайте. Затаунте. Милики, будьте аккуратны, потому что вот корни на вас кидают. Если под вас кинется лужа, то вы, скорее всего, сдохнете. РДД, кучу. Кучнее. Геру пока что не даем. Геру по команде. Скат, РДД. РДД, если вы увидите лужу под собой, перебегаете. Норси. Скат. Подальше отведи босса, а то сейчас РДДшников приляпает. Уже. Кровавый взор вышел. По скатам играйте, ребят, не забывайте. Как только увидели, сразу же свечну. Элрей. Чем быстрее сливаете скатов, тем меньше луж будет, ребята. Запомните. Беги, малышка, беги. Дава. Роня. И нрав КД сдайте. РДД, встаньте все кучнее. Просто отец, давай Геру. Все в босса, про скатов забудьте. Скатов больше не бейте вообще. Все фулл дамаг в босса, бурсты отдали. Добивайте босса. Лужа РДД. Advance. Выйдите из лужи. Добили босса. Не ходите, прохиливайте. Прохил. Конечно, блять, анонсы типа в лужу не стоит, но пиздец, конечно. Ну знаешь, есть люди, которые этого тоже не знают. В лужу не стоять, хилы танка хилить, это из этой серии. Танк набирая агро, да? Танк эту хуйню не кидайте, забыл как. О, сколько осуждений, ну ребята, ну алё. На туре, не базарьте. Кто тот подлый человек, который кинул в танк такой? Слушай, у нас здесь реально много людей, новеньких.
Естественно. Новеньких, но не отбитых же, по-моему, или новых в игре. А хуй его знает. Это знаешь, это еще бабка надвое сказала. Сейчас разрулят будешь. Так а что у нас с РТ все? Ну время уже концов. Нужно КЛК прочистить на сегодня и все. Настя, пойдем в РБК, Норси. Только смысл полчаса вот этих оставлять, за которые мы можем на следующем РТ на полчаса меньше. Да, можно целый. Да нет, обещаю, не буду. Тот же квартал, ЦЛК, пару боссов на изи. Мне нужно сама не закрыть. Я сегодня еще не закрывала. ГП там за шмот есть что начисляется, у меня просто мут почему-то повесился. Журнал, так что есть что, чекайте. Сегодня, блин, груля убил и забыл квест взять. Пришлось сгеруете. Кто пойдет в РБК? На все, Ро. Ну силу не надо вам, ЕП вроде дали, да, можете быть свободны. Мгновенно, на какой в спектр ролишь? А там же на мейн забирают, друид на другого роли, да? Я про треню. Не, она прикольная, если ее как-то починят, будет прикольная треня. Медведа еж на какой-то в спектр роли. Луцинь тоже на какой в спектр. Я тоже нажала на третий, так. Я про Триньку. И от тебя, Полин, вообще ролла тут нет почему-то. Ну ладно, но я нажала. Может, я ТП-шилась когда. Я не настаиваю. Третий спек, о боже. Вы, ты будешь собирать сейчас охоту? Просто отец на какой-то в спек. Энх. Я, конечно, буду. Второй? Да, третий? Второй. Ровно или прямо сейчас начнешь? Четыре. Давай мне платье. Хорошо, спасибо. Пока. Секунду. Я, наверное, сейчас буду собираться. Я уеду на дачу. В ближайшие пару дней, не знаю, если будет возможность, приду. Настя, может быть, с Войдом пойдем охоту закроем? Четыре часа сейчас, через... Завтра я должен прийти. Вечером в Брякке буду. Да, 25-ка будет. В десятку иконя пойдет? Иконю закрыла. Так, лут раздал, какой за шмот я выдал. Числяйте. В 25-ку. ГП давали уже, Япончик давал, да? ГП, ой, ЕП за последнего босса я начислил. Обычно. Так, обычно. Главный нюанс. Никогда не начисляйте ЕП до раздачи лута. Обычно Оня, ИК, Груль, Магер. В 4, идите отдохните, пожалуйста.